Конфликт, драка, поножовщина. В понедельник в индустриальном районе Перми произошло ЧП. Группа мужчин что-то не поделила. Разгорелась словесная перепалка, затем в ход пошли кулаки и даже нож. Видео последствий этого конфликта появилось в соцсетях. Вот просто чело ножом пырнули на остановке несколько раз. Хоть скорая быстро подъехала. В соцсетях пользователи стали обсуждать случившееся. Люди выдвигали разные версии. Сначала даже пошла речь о том, что человек с ножом просто напал на прохожих. Вечером на остановке Стахановской произошел конфликт, который затем перешел в драку и поножовщину. Мужчина лежит на асфальте, рядом с ним прохожие, они вызвали ему скорую. Медики оперативно приехали на место и госпитализировали пострадавшего. Затем ситуация прояснилась. Подробности рассказал сам автор видеоролика. В общем, пообщавшись с очевидцами, я пришел к такому выводу. То есть картина какая была. И не со всех трезвых маргинала таких. Докопались до мужика, походу. Ну, у того, что нервы, походу, не выдержали. Он и пырнул их всех троих заточкой. У одного 3 ножевых в живот, у другого что-то подмышка пробита и рука порезана, и третий только порезом руки отделался.